Всем привет! Через месяц, а именно 28 сентября 2020 года, будет включена помощь сообщества. Это та возможность, когда любой зритель вашего ролика мог предложить вам субтитры на этот ролик на каком-либо языке. А вы, посмотрев данные субтитры, могли добавить их на свой ролик. Но, как оказалось, данной функцией очень мало пользовались люди, и в основном приходили жалобы на то, что субтитры не соответствуют реальности. Поэтому YouTube принял решение от данной функции отказаться. Не стоит отчаиваться, у вас еще есть время, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Вы все так же сможете самостоятельно добавлять субтитры на свои видео, добавлять автоматически переведенные субтитры и автоматически переводить метаданные ваших роликов. Также, если кто-то уже предложил субтитры на ваше видео, то в течение 60 дней у вас будет доступ, и вы сможете эти субтитры опубликовать. Поэтому не забудьте проверить в творческой студии, есть ли у вас субтитры, которые еще не размещены от ваших зрителей. Также, если вы прямо сейчас пойдете и добавите какие-то субтитры от зрителей на свои ролики, у вас будет бонус в сервисе Amara, то есть вы целый месяц сможете бесплатно им пользоваться. Поэтому я рекомендую вам попросить ваших зрителей, чтобы они добавили субтитры на ваши видео, разместить их, чтобы попробовать именно этот сервис. Возможно, он для вас станет постоянным инструментом, а это возможность все-таки бесплатно его оттестировать. Если мы перейдем на этот инструмент, то вот здесь вверху вы можете выбрать тот язык интерфейса, который вы хотите, если, например, у вас открылся не на русском, а на английском этот сайт, и почитать или даже посмотреть видео, как работает данный инструмент. Если вы хотите подробные инструкции, как пользоваться данным сервисом, то тогда пишите об этом в комментариях, и я постараюсь записать для вас обучающие уроки. Также, если вы уже им пользовались, поделитесь, понравилось вам или нет. На сегодня у нас все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.